Готовим котлеты из риса и рыбные консервы. У нас консервы горбуша, а вы можете взять любую. Один стакан риса промыли, отварили, выкладываем в миску. Так, добавляем лук измельченный в блендере. Одна луковица большая, конечно. Теперь консервы добавляем. Измельчаем все. Перемешиваем. Яйцо добавляем. Снова перемешиваем. Солим. А теперь лепим котлеты, в планировке их обваливаем. Котлетка готова. Смотрите, сколько их уже. Жарим котлеты. Перевернули, другую сторону обжариваем. Уже красивые вон какие, румяные. И запах очень вкусный, прям рыбой пахнет, как будто бы рыбные котлеты. Ну вот и готовы наши котлетки из риса и консерв. Красивые, хорошие получились. Сейчас будем кушать.